«Забери меня домой». Программа для тех, кто ищет четвероногого друга. В сегодняшней программе про приют «Добрые руки» мы расскажем о подрастающем поколении хвостатых питомцев, о тех, у кого есть большой шанс найти себе добрых, заботливых хозяев. Итак, знакомимся и выбираем. Это Монти. Малышку нашли в лесу в дождь, вдали от домов и людей. Она как зайчик тихонько сидела под мокрым деревом и тряслась от холода и страха, брошенная и никому не нужная. Теперь Монти в безопасности, надеется на встречу с хорошими людьми, которые ее полюбят. А не полюбить ее просто невозможно. У этой независимой толстушки спокойный, уравновешенный нрав. Она очень расположена к людям. Монти около 8 месяцев. Она привита и стерилизована. Мучительная гибель от пироплазмоза на обочине дороги. Вот что ожидало Уму, если бы она не попала в приют. Счет шел на часы. У нее уже отказывали лапы, и надежды было так мало. Но Умка настолько полна жизни, что победила. Ума – любимица волонтеров и гостей приюта. Весьма любопытная особа. Ей все интересно и все привлекает внимание. Новые пакеты будут проверены, а чужие люди обнюханы. Ума – игрунья, и она очень подойдет в семью с детьми. Собака здорова, привита и стерилизована. Если вам нужен нежный и трепетный друг, то ходить за ним далеко не нужно. Он перед вами. Это Поль, мальчишка в возрасте около года. Он был брошен на оживленной трассе и подобран волонтерами приюта. Поль – любознательный, бесстрашный подросток с невероятно мягкой и шелковой шерсткой. Любит поиграть и повозиться как с сородичами, так и с людьми. Он безграничен в своей доброте и очень доверчив. При этом уже проявляет охранные качества. Поль здоров и привит. Он очень ждет, что его заберут домой. Узнать подробнее про Уму, Монти и Поля, а также других питомцев приюта «Добрые руки» можно, позвонив по телефонам, которые вы видите на экране.